У меня не было больших метаний и, как сейчас принято говорить, во множественном числе мечт, кроме одной. Я достаточно долго с 7 по 9 класс мечтал быть криминалистом-исследователем. И я даже читал специальную литературу. Я даже научился снимать, как мне казалось, отпечатки пальцев. Я напилил металлическую пыль и с магнитом елозил по квартире по нашей. Вот. И я хотел быть следователем, читал книгу Ваксберга «Преступник будет найден», учебник криминалистики. Но, как в одном фильме сказал, ну потом журналистика. Поэзия меня увлекла, великая русская поэзия, Блок, классики, но решающую роль сыграли поэты-шестидесятники Евгений Александрович Евтушенко, Андрей Андреевич Вознесенский, которого не стало. Удача моей жизни, большая удача выстраданная, это то, что кумиры моего детства в зрелости стали мне старшими товарищами и коллегами. И даже Евтушенко написал про меня, говорю, не теряя самоиронии, статью. И мы дружим, я выступаю на его вечерах, до недавнего времени у Андрея Андреевича, который ушел. Это именно главные публичные поэты, славы которых не перекрыть уже никогда, Евтушенко и Вознесенский. Я им очень благодарен. Вот они меня стронули на этот порочный и неприоритетный путь.